Так, банки простерилизовались, посудомойки промылись 100-градусным кипятком, обработались. Я помыла помидоры и начистила лук. И теперь все это буду мелко резать, как на салат. Так, я порезала помидоры и лук. И сейчас это все я хорошенечко перемешиваю. И отставляю пока в стороночку. Так, в каждую баночку мы ложим 2 лавровых листика и 4 горошинки перчика. И дальше мы наш салат отправляем в наши баночки. Итак, дальше мы в наши баночки насыпаем по чайной ложке соли, по чайной ложке сахара, по 2 чайные ложки уксуса, и по 1 чайной ложке растительного масла. Итак, теперь наши баночки устанавливаем в кастрюльку, наливаем водички, внизу тряпочка, и я накрываю сверху крышечками. И после закипания стерилизуем 15 минут. Дальше мы их закручиваем, переворачиваем вверх тормашками на сутки, и наш салат готов.